На сегодняшний день торгово-промышленная палата Ленинского городского округа объединяет порядка 50 членов. Это руководители крупного, среднего и малого бизнеса. Из них 15 – женщин-предпринимателей. Остро стоит вопрос объединения представительниц прекрасного пола в отдельное сообщество для решения насущных вопросов женского бизнеса. Настал момент, когда нужно их еще больше объединить, и, соответственно, данное объединение, оно, скажем так, позволит нам решать больше вопросов, связанных с женщинами-предпринимателями. Идея о создании на базе торгово-промышленной палаты округа комитета по вопросам женского предпринимательства возникла еще год назад, когда, как и в этот раз, мужская половина сообщества поздравляла милых дам с праздником весны. Женский бизнес, он более аккуратный. Он более женский, если мы говорим про отношения бизнеса. У него нет грубости, но в то же время мы знаем, и у нас даже есть такие в палате, то есть женщина – это не значит слабая. Абсолютно нет, это просто другой подход. То есть и я также вижу, что женщина – это совершенно другой подход в бизнесе. Но он может быть таким же успешным, как и у мужчины. В рамках заседания руководителем комитета была выбрана Татьяна Ершова, человек с большим опытом в предпринимательстве и общественной деятельности. Миссия проекта – обучение женщин основам ведения предпринимательской деятельности с целью развития навыков, необходимых для получения дохода в условиях цифровой экономики, обеспечения финансовой стабильности. В ближайших планах у руководителя проекта проведение семинаров и консультаций для женщин-предпринимателей. Члены торгово-промышленной палаты отмечают эффективность работы общественной организации и рады созданию комитета, который должен еще больше способствовать развитию бизнеса на территории городского округа. Это действительно связь. Связь с бизнесом, с людьми, которые занимаются другим делом здесь же у нас, в Видном, в Ленинском районе. И очень короткая связь и выход в администрацию. Становится очень просто, понятно. Любой вопрос, который не совсем понятно было, как прийти в администрацию, как его сформулировать, мы собираемся с ребятами, Максим, наш замечательный председатель, и мы решаем, как это правильно, лучше позиционировать, представить, объединить. С приветственным словом к членам торгово-промышленной палаты обратился глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Любая структура, любая деятельность – это все равно всегда люди. И с кем-то из вас мы уже встречались, с кем-то были знакомы даже до того момента, когда я приехал работать в Ленинский городской округ. То есть сегодня такой расширенный формат, и поэтому ни капли не сомневаюсь, что самое важное и самое интересное – это будут вопросы. А вопросов о предпринимателях в этот день было немало. Для того, чтобы бизнесмены могли получить компетентные на них ответы, на встречу были приглашены представители разных муниципальных организаций. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.